октября южнее Кёнигсберга наши войска вели наступательные бои, в ходе которых заняли более 30 населенных пунктов. За 5 и 6 февраля в районе Кёнигсберга наши войска взяли в плен 2260 немецких солдат и офицеров. Севернее и южнее города Кюстрин наши войска очищали от противника восточный берег реки Одер. За 5 и 6 февраля в этом районе взято в плен свыше 4000 немецких солдат и офицеров и захвачено 69 самолетов противника. Юго-восточнее Бреслау наши войска, продолжая расширять плацдарм на западном берегу Одера, заняли более 50 населенных пунктов. В боях за 5 и 6 февраля в этом районе взято в плен более 4200 немецких солдат и офицеров и захвачено 28 самолетов противника. На всех фронтах подбито 146 немецких танков. В воздушных боях сбито 30 самолетов противника.